Чего? В смысле, кабачок не смог его одолеть. Бегун! Всем постам, всем постам! Вооружиться! Вооружиться до последних зубов! На! Ого, это бегун из второй части, он сносит растения! Да, бегун, мы будем стараться очень сильно. Гев, посмотри, как я этого чертенка уделала, гев. Это круто, правда, гев? Да, прямо вы не даете зомби никакого проходу. Опа! Опа, эта стратегия никогда не стареет. Всем привет, ребята! И тут я обнаружил, что не всех зомбоссов мы победили. А ну-ка, что это за кнопочка такая? Тут секретные мини-уровни. 5 слотов. Реально? И гороховая армия. Вот, интересно, что это за мини-игры? Это, короче, новый... я нашел пак. Может, он и не новый, надо на канале посмотреть. Но это самый... Ну... В общем, ничего такого особо в нем нет. Но он достаточно интересный. Так, 5 слотов, реально? О, да, нереально. Тут вот эти вот. А мы вообще днем и ночью. Мы ночью. Это плохо тогда. Это тогда очень плохо, потому что придется делать вот так вот, вот так вот и вот так вот, и все. В общем-то, и все. И вся наша стратегия. Ну, давайте попробуем. 300! 300, да вы серьезно? Ну, я ж надеюсь, грибочек даст сейчас побольше солнышек. 25. 25 в самом начале, это значит, полная сумма это 50 солнышек. А значит, все нормально. Привет, Витго! А у нас что, новый челлендж какой-то? И что это за мир такой? Это особый мир страшных зомби. Вот они уже подходят. Да это я известнее зомби. Мы с бойцим ебочком быстро с ними спявимся. Не переживай, Витго. Мы их одереем. У меня есть два. А, мне было бы приятно это слышать от дыма гриба, если бы он справился с ведерщиком. Не переживай, Витго. Все равно мы победим этого зомби в конечном итоге. А вон там вот еще зомби идет. Про него вы что думаете? Я задействую его. Я буду изо всех сил стреляться. Мы же Ясь-Люзе, боевое крещение. Помните в этой части, в особом уровне. Да, это да. Кто не видел, посмотрите обязательно. Тот уровень был прям очень хорошим. Так. Так, а у нас как бы зомби проходит и нечем взрывать. Е-те-те-те-те. Побеждают. Ладно, эта стратегия вообще туфта. Прям полнейшая. Тогда возьмем то же самое. Или нет? Или же... А, он 300 стоит. Толку. Так, 200. Вот кабачок. Кабачок обычный есть. Кабачок обычный, да, за 50. Дракошка! Тут же дракошка еще есть. Сейчас посмотрим, что может дракошка. Драконолист. И пишите, кстати говоря, в комментариях, как мне его называть. Драконий Зев? Или же драконолист? Как на сайте написано. Ну, на сайте, с которого я качаю русификацию, уровни там делаю. В общем, там много всякого функционала. Пишите в комментариях, как лучше, драконолист или драконий Зев, потому что... Раньше был драконий Зев, и у него была анимация, как будто он зевает. Но сейчас эту анимацию отменили, и теперь другое растение зевает, ультамат. Я не знаю, как кого озвучивать, потому что голос уже как бы есть, уже как бы он приелся. И прочно закрепился в моем сознании. Чего? В смысле, кабачок не смог его одолеть? Бегун!
всем постам, вооружиться, вооружиться до последних зубов, на! Ого, это бегун из второй части, он сносит растения! У меня пукан уже подгорает. Так, поехали! Сейчас будет, блин, сейчас будет про геймплей. По ПВЗ. Сейчас все будет. Не переживайте, растения, не переживайте, подписчики. Сейчас я вам покажу класс, как надо сражаться с этими зомби. Да твою ж... мать... Ладно, хотя бы одну газонокосилку сохраним. А, ну что на этой линии делать, тут-то мы уже нифига не сумеем. Тан-тан-тан, чеснок. Так, надо бы подзадерживать зомби. Блин, 5 слотов, серьезно? Теперь я понял двухсмысленное название этого уровня. Типа 5 слотов рили можно перевести как это реально вообще? Или же 5 слотов серьезно? В общем, да, кто знает английский, тот поймет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зато есть хорошая новость. Грибочек подрос. Потрясающая новость. 3 волны, это вообще серьезно? О боже! Боги, спасите нас! Что мне делать? Это хана! Вот это вот, то, что вы видите. Это не растение против зомби игра, это хана называется. Это вот конкретно она самая. Блин, стенорех мне еще нужен. Тут нет бесполезных растений, понимаете, подписчики? У меня все растения выполняют какую-то роль определенную на поле боя. Так, драконолист, справься, пожалуйста, ему один удар остался. Впереди на другую линию. Куда ты идешь? Нет, не надо. Пошел вон отсюда, сейчас как метелку возьму и вымету тебя из дома. Он не умеет же открывать дверь. Он через дверь меня сожрал. А ну-ка, гороховая армия, интересно. Что это за игра такая? Ё-моё! Гига Гаргантюа. Гаргантюа с красными глазами. Чего? С каких это пор кошка-мышь ставится на... Интересная музыка. С каких это пор кошка-мышь ставится на землю? Так, я понял. Я понял. Нас ждет очень жесткая атака. Так-то прикольная музяка. Надеюсь, без авторских прав. А то в последнее время YouTube меня удивляет своими авторскими правами. Видит их там, где, в принципе, их быть не должно. Так. Вот лилия алхимии. Блин, зачем я это делаю? Я же должен на других линиях выставлять, где этого растения нету. Потому что это мой принцип. Я всегда так делаю. Блин, а кошка-мыши так сильные. Они справятся с этим уровнем в одиночку, я думаю. Да, а как же уровень называется, Вигго? Гороховая армия, так что я думаю, я тоже пригожусь. Вместе с моими братьями. Ой-ой-ой-ой-ой, Гаргантюа первый пошел, и это не очень хорошо. А ничего себе, вот это он слабак. Вот это он слабак. А вот это Гига Гаргантюа, все. Вот это уже мое почтение, Гаргантюа. Машина смертоносная. Которую мы уделали на раз-два. Синие глаза. Синие глаза, убегаю и прощаю, синие глаза, у нашего Гаргантюашки синие глаза. Ой-ой-ой-ой-ой, жрут мелкие бесята. Так, вот, теперь оборона полностью готова. Обороняемся, растения, вперед, вы сможете. Да, Вигго, мы будем стараться очень сильно. Гав, посмотри, как я этого чертенка уделала, гав. Это круто, правда, гав? Да, прямо вы не даете зомби никакого проходу. Опа! Опа, эта стратегия никогда не стареет. Раз. Два.
Да, действительно, это первобытный горохострел из второй части. Кто-то, блин, горохострел, первобытный стенрейх из второй части. Потому что его тоже Гаргантюа побеждает за два раза. А не за один, как обычный стенорех. Вау-вау-вау, как все круто. Как же все хорошо и круто. Так, я даже вот так вот сделаю. И вот так вот. Гороховый рубеж будет. И вот так вот, и вот так вот застроимся по полной. И гаргантюашки пошли, и зловещая музыка. Ду-ду. Словно из... Музыка словно из какой-то семейки Адамс. Ой, куды. Сюды. Ставим поскорей. Гоняем зомбарей. Опа! Опа, Америка, Европа. Конец сейчас нам настанет. И это очень печально. Рэпер! Итак, мы продержались одну волну растения. Вы рады? Что? Неужели это только первая волна, Вику? А как же мы справимся со второй? Справимся, Лилия Алхимия! Все будет хорошо, не бойся только, и все будет в порядке. Трусливые растения просто... Ой-ой-ой-ой-ой, смогут гораздо меньше, чем... Храбрые, смелые растения, живущие надеждами. Так. Куда? Вот сюда, кошка-мыша. Так, надо бы побольше кошка-мышей поставить. Гав, я тебе нравлюсь, да, Вико? Гав. Ну, ты так-то нормально оборону держишь, кошка-мышь. И не даешь Гаргантюа не туда пройти. Ни туда не даешь, ни сюда не даешь. В общем, я люблю держать Гаргантюа на одном месте. Вот так вот раз, вот так вот два, вот так вот три, вот так вот четыре, вот так вот пять, вот это шесть, вот это семь, вот это восемь, вот это десять. Викор, тебя что, заклинило? Тебя загипнотизировали эти зомби? Да нет, я просто залип, считая урон, который я наношу Гаргантюа. Я просто залип, считая растения, которых я трачу на то, чтобы затормозить Гаргантюа. Вику, как ты можешь с нами так рисковать? Просто подкладываешь нас под руку Гаргантюа. Это не очень вежливо с твоей стороны. Лилия Алхимия, не волнуйся, вас все равно очень много. Вы разрастетесь, я вас потом покормлю. Это я вам обещаю. Вы восстановите свою популяцию растений. И все будет очень хорошо. Сейчас главное выжить. И вам выжить, и мне выжить. И всем из нас выжить. Так эти гаргантюа такие медленные. Вот так вот им поставим подлянку тут. Двойной удар получил этот пещерный стенорех. Так, аккуратно, аккуратно. Кстати говоря, тоже пещерный или первобытный стенорех? Пишите в комментариях, подписчики, если... Голосуйте, в общем, за варианты. Правильно, конечно, первобытный, но пещерный тоже сгодится. Так, вот так вот ставим, и мы побеждаем. Блин, это волна из Гаргантюа. Это не зомбос, это хуже. Это намного сильнее, чем зомбос. Кстати говоря, зомбоса мы тоже победим в этой серии. Или может в следующий уже, потому что времечко нас как бы поджимает. Стенорех. Так. Гаргантюа, давай отмирай уже. А, мне это показалось, это нотки зомби с коробкой взрывного. Знаете, тот, который звучит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас нас будут месить, раскатают, как тесто по столу. А я ничего не пойму на поле битвы. Ай-яй-яй, Гаргантюа ломают, Гаргантюа врываются, Гаргантюа сражаются. Растения побеждают, растения...
я... Вигу, тебя опять заклинило. Да, бывают у меня такие приступы поэзии, фантазии и, в общем, да, петь мне хочется очень. Душа просит песни. Весна настала у всех. Весеннее обострение. Фух, это было реально... Ну не сказать, что тяжело, но прям потненько. Прям нельзя отрываться от игры. Опа! А тут, оказывается, есть еще закрытые мини-игры. Дождь темноты? Как это перевести? Дождь во тьме. То есть две мини-игры обменены. В общем, объединены. Так, мини-игры, пазлы. Но сначала я обещал растение удобрить. И, кстати говоря, растение, мы получили новый росточек. А когда это? А это, посмотришь выпуски, поймешь, Витго. Наконец-то ты к нам вернулся в первую часть. Я уже думала, не дождемся мы. Да, йо, Витго, чё так редко заходишь в первую часть, а? Или коль забыл уже о нас? Нет, Бонг Чо, я ни про кого не забываю. Ни про вторую часть, ни про первую. А про первую так тем более, и про вторую так тем более. На самом деле, загадка, в какую часть я сейчас играю чаще. А с одной стороны, мне хочется показать вам все паки по ПВЗ первой части. Но с другой стороны, хочется и показать вам модификации второй части. И пройти, соответственно, вторую часть полностью. Так что я не знаю, какая часть мне интересней. Обе, наверное. Ну, насчет третьей, там свой геморрой, ее удаляли уже несколько тысяч раз. И снова возвращали, и снова удаляли. Потом, в общем, отказались от идеи третьей части, потому что никому она не нравится. Но пишите в комментариях, если знаете, как заполучить третью часть. Растение против зомби. Ой, у нас удобрений нет. Соседушка! О, здорово! Так. Все на китайском. Как в китайской игре. О, маленький грибочек! Он как раз нам помогал тут поселиться в грибном саду. Грибочки, вы примете его? Конечно, мы примем своего брата гриба. Он же нам помогал, он же сражался. Вот и здорово. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И, в общем-то, всем пока. Зомбосс будет в следующей серии.